Сегодня Республиканская федерация автомотоспорта подвела итоги года, самого успешного за всю историю. Тимур Темирзянов стал первым из россиян, кому покорился чемпионат Европы по ралли-кроссу в королевском классе. Золото с первенства страны привезли картингисты. На ралли «Дакар» камазовцы показали, что они настоящие, хоть и молодые, мастера. Не забыли журналистов, наградили самых ярких и, что понятно, быстрых. В том числе корреспондента программы «Вести Татарстан» Всеволода Дворкина. Писать и снимать есть кого. Подросла смена, которая ветеранам не уступит. У нас плюс в том, что мы раньше взялись за картинг. То есть уже 15 лет, и у нас вот это вот поколение, там 2000 голодных, готовых порвать все и вся. Если мы их умудримся как-то выпустить на мир, то результаты у нас будут все равно.